Происшествия. Утром 27 июня в Шадринске произошло возгорание торгового центра «Покровский». В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области от диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные подразделения пожарно-спасательных частей номер 10, номер 8 и номер 45, а также муниципальная пожарная охрана Красной Нивы и добровольная пожарная команда комбината хлебопродуктов. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на первом этаже двухэтажного здания торгового центра горит одежда в одном из отделов. Пожару был присвоен повышенный ранг номер 2. Еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Распространение огня на второй этаж удалось избежать. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На тушение пожара было подано 3 ствола, создано 2 боевых участка. В результате оперативных и профессиональных действий пожарных возгорание удалось своевременно ликвидировать и не допустить распространения огня на смежные помещения торгового центра. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Всего к тушению пожара было привлечено 42 человека и 13 единиц техники. Из них от МЧС России 29 человек и 7 единиц техники. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, а также сохранность имущества.